Я чувствовала себя, как говорят русские, в своей тарелке, на своем месте. Поэтому финал достаточно спокойно провела. Я очень счастлива, потому что я к этому стремилась, я приехала сюда побеждать. Когда я стреляла в финал, я, конечно, хотела победить. И я поэтому стреляла каждую мишень, и я победила. Наша сборная России, сборная команда, проводила тренировки в Республике Кипр в декабре, январе и феврале. Там я принимала участие тоже в соревнованиях и была в финале. И это очень помогло, потому что в моем родном городе очень холодно, много снега, и поэтому я не имела возможности пока там тренироваться. Я хочу поблагодарить всю свою семью, родителей, дочку, мужа Андрея за то, что они меня всегда поддерживают и понимают. Еще сегодня у моей дочери день рождения, ей исполнилось 15 лет, и я очень рада, что смогла такой подарок сделать и себе, и ей в этот день.